Я хотелось бы представиться, но необычным образом сегодня. И хотела бы представиться сегодня всем членам BNI таким же необычным образом. Просто здравствуйте, меня зовут Дакта, и я представляю какую-то компанию и так далее. Познакомиться через игру, которая называется Networker. И сегодня я пригласила гостя, который ведущий этой игры. Я попрошу его, Макс Лисица, подойдите сюда, пожалуйста. Макс, сегодня мне в игре есть много очень колод с различными заданиями. И я попросила Макса сегодня взять две колоды. Какие колоды вы взяли для меня? Доброе утро, уважаемые участники. Я представлюсь, я из компании Bit Partners и партнер BNI и занимаюсь управлением нетворком профессионально. Собственно, именно благодаря этой игре Networker я общаюсь с Биллом Петерсом, попал в компанию и сейчас активно в ней работаю. Собственно, колоды, которые я взял из моей игры Networker, это колоды, представляющие контекст эмоций, чувства, да, и колоды оборота речи, которые необходимо определенным образом включить в свой рассказ. И каждый раз, как вы понимаете, этот рассказ будет уникальным даже для вас, потому что вы случайным образом, совершенно не случайно, будете доставать эти колоды из эти карты из этой колоды. Итак, я достаю две карты, рассказываю о себе, а потом о компании. И пока я буду рассказывать, Макс предложит каждому вытащить участник по две карты. Кто захочет с ними представиться, это очень интересно. Кто не захочет представиться обычным образом. Интрига. Знаете, сегодня мне необычайно повезло. Итак, мне выпала карта эмоции. Wow. Эмоции – это, всем даже покажу, выпала карта любовь. Wow. Самая сильная эмоция. Случайно. И обороты речи, эмоциональное выгорание. То есть абсолютно противоположно. И через эти две карты я сейчас буду представляться о себе. Конечно же, сама я очень эмоциональный человек, и главная эмоция у меня действительно любовь. Все, что я делаю хорошо, я делаю с любовью. Поэтому я и решила создать модный дом, потому что очень люблю представляться через свой имидж, через свой стиль. И не только люблю это делать для себя, а очень люблю это делать для других. Поэтому именно любовь помогла мне создать море интересных проектов и этот модный дом. Здесь, конечно, можно почитать немножко обо мне, но я расскажу. Я модельер. Также я музыкант и психолог. Последняя моя профессия – это я заканчивала международный маркетинг моды в Италии, в институт полимода. Прошло достаточно длинный путь для того, чтобы создавать одежду, коллекции для женщин. И сегодня они немножко преобразовались из обычных сезонных коллекций в коллекции для путешествий. Это удобная одежда. Но, знаете, очень интересно, что я решила преподносить эту одежду на сегодняшний день. Опять-таки, необычным образом. Потому что все люблю делать с любовью. Это не просто дефиле и показы, которые я делала в течение 15 лет. А это тренинги, мастер-классы, которые я назвала квест. Квест по стилю. Я немножко забегаю вперед в своей презентации. Но так как я рассказываю о себе,
а я и то, что я делаю, это одно целое, я могу сказать, что модный дом включает в себя дизайн-студию, где разрабатываются коллекции. Также это мелкосерийное производство коллекций женской одежды размером в ряду. Продается одежда в России пока только. А также уже в течение 15 лет это салон и шоу-рум в Москве, который находится в самом центре города. Это возле Красной площади. Любимое мое место, потому что чтобы эмоционально не выгорать, используя карточку. Я люблю быть всегда в центре. Потому что если ты как ядро, вокруг тебя всегда притягивается все самое лучшее, интересное, и ты можешь быть полезен тому, что приходит к тебе. А тот, кто приходит к тебе, может быть полезен тебе. И это такой, знаете, самый главный принцип в моей работе. Я расскажу немножко о уникальности одежды. Вероятно, каждому из вас очень главное удобство сегодня. Но не всегда удобная одежда выглядит презентабельно. И вот это основная особенность в том, что создает модный дом. Я могу сказать, то, в чем нахожусь я сейчас, я понимаю, что я выгляжу презентабельно, да, нет? Поднимите руку, да. Благодарю. Это очень удобно, потому что вот буду сразу, например, в простом темере. В моем джаке нет подплаты, и он очень эластичный. Я могу лететь в нем 10 часов в самолете, он не помялся. Я могу выйти из самолета, и у меня не промокнутся ни брюки, ни блуза, хотя блуза очень шелковая. Все это почему? Потому что выбираются правильные ткани. То есть шерсть, если то это крученая, очень нить, тогда шерстяные изделия не будут. И так далее. Есть специальные особенности, и мы это учитываем, когда создаем эту удобную одежду, поэтому мы ее и назвали для путешествий. Это одежда класса casual deluxe. Поэтому нужна такая одежда, женщины. Пожалуйста. Я буду очень рада вас видеть. Это очень приемлемые цены на сегодняшний день. Если говорим в рублях, то ценовой диапазон от 5000 до 15. А также, а также у нас есть кэшбэк. Это очень выгодно. Это наши деньги, которые мы даем после покупки. Это 10% от покупки, они всегда будут вашими. Это все, что касательно одежды. Итак, был создан еще ряд тренингов, мастер-классов, который называется Best по стилю. Также мы создали еще в модном доме интересные путешествия по миру. Одна из первых стран, которую мы представляем, это Италия и город Флоренция. Это интеллектуальное путешествие. Там мы приглашаем группы, максимум 12 человек, где можно будет пройтись по секретным улочкам Флоренции, которые мало кто знает, вряд ли расскажет какой-то гид. Мы сможем пройти мастер-классы модного дома Хелены Ланш в самых известных модных домах Флоренции. А также, конечно же, понять, что такое итальянское вино, с каким сыром его пить есть. И это, конечно же, кулинария. Это также одно из направлений, с которыми мы работаем. И еще одно направление для корпорации – это праздник, который называется дегустация стиля. У всех корпораций есть корпоративные праздники. И мы предлагаем один из праздников сделать дегустацию стиля, который объединяет сотрудников, потому что все участвуют в этом празднике. Они учатся двигаться, подбирают имидж, стиль, и это все в стиле компании, выполняя задачи компании. Потому что последняя дегустация стиля это была компания Газпром IT. И они сказали, у нас проблема, у нас не соблюдается дресс-код. Вы можете что-нибудь с помощью вашей программы сделать? И мы сделали. Потому что мужчины, которые занимаются IT, они
проходили совершенно не в дресс-коде, были для них очень интересны, но после этой программы они приобрели правильную одежду. И это была победа. Поэтому успех этой программы, он очевиден. Еще Водный дом разработал аксессуары. Сейчас жертвы с натуральными камнями. Каждый шаг выпускается. В единственном экземпляре является уникальным подарком. Поэтому линия в Водном доме, которая называется Elange Scapin Stone Collection, является уникальным и интересным подарком. Поэтому это предложение для мужчин. Если вы хотите удивить и порадовать свою женщину, она всегда будет единственная с этим аксессуаром. Ну и, конечно же, для женщин это замечательное дополнение к вашему имиджу, к вашему стилю. Итак, как вас по стилю? Это линия мастер-класса. Программа тренинга в себя включает психология цвета, искусства цветосочетания. Я знаю, что члены ВИНА уже были на этих тренингах. Кто был, поднимите руки. Скажите, применяете вы это в жизни? Да. Скажу, да, не до конца. Да, я знаю, потому что Валерии нужно было убегать с тренинга, она все не послушала. Конечно, я использую, я профессионально занимаюсь гольфом, и когда мне нужно больше силы, я выбираю один цвет, и когда мне нужно больше умиротворения и дружелюбия, другой цвет. Спасибо большое, Лена. Благодарю. Действительно, магия и энергия цвета, она очень сильная. И если вы ее применяете в своем имидже, вы можете добиться любого успеха. Потому что вот я на примере себя расскажу. Я применила сегодня черный, красный и молочный цвета. Черные и красные всегда являются авторитетными, а молочные демократичными. Поэтому, будучи сейчас авторитетной, но не лишенной демократии, я выступаю перед вами именно в этих цветах, и эта энергия мне помогает. Вы можете прочитать, я, наверное, не буду перечислять все тренинги, но каждый из них помогает человеку быть более успешным и профессиональным в своей жизни. Это касательно путешествий во Флоренции. Я все могу рассказать, если кто-то заинтересуется по этому поводу. И, конечно же, партнеры. Макса я уже представила. Я хотела бы представить еще моего партнера, Ирину Казакаеву. Это единственный в России журнал, который держит журнал Bad Woman, журнал для женщин, который действительно эффективен для рекламодателей, потому что статьи этого журнала реально читают. Читают почему? Потому что, прочитав эту статью, можно получить подарок. Реальный подарок, дорогой, ценный, потому что за каждый отвеченный ответ вы получаете IQ меняется на подарки. Лучше именно представить свой проект. Благодарю вас за внимание.